Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. Сегодня у нас 12 августа, суббота. И мы едем в гости к нашей любимой Наталье Ивановне. Ну, кто меня постоянно смотрит, знает, что это моя подружка. Мы с ней ездим и в монастырь вместе. И в салон я к ней езжу, да-да. Наташа, хозяйка косметического салона. Салон красоты, вернее. Уже много лет возглавляет свой салончик. Уютненький такой у нее. Так что вот, едем к Натусику, к нашему в гости. Ругать меня вот будет за то, что я все всем рассказала. Ну, что в этом такого? Это же хорошо. У нее свое дело, она молодец. В общем, кому интересно, поехали с нами в гости. У нас будет очень весело, интересно. И вкусненько. Походка от бедра. Вот она. Без воображения. Я сырайся. Вот мы тут. Женский коллектив у нас. Кто еще в лифте только едет? Наташка. Ирочка у нас сегодня за главную, за шеф-повара. Вот такую красоту наваяла. Вот такой у нас пока женский коллектив. И наша Наталья Ван, дорогая, единственная, неповторимая. Конечно, я одна единственная. Конечно, конечно. Мы все индивидуальные. Красотка. Начинаем. Можно, да. Можно. Поздравляю вас от всей души. С днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, мира, достатка в семье, радости и умиления и тепла за близких. Вот. Желаю тебе быть счастливой. Как матери, как бабушке, как начальнику, ну и вообще как женщине. Будь счастлива. Вот она, коротенечко, минут на 40. Точно знаю, очень нужный подарок. Да? Ну ладно. Она знает, что она. Ой, что-то ее как. Пока у нас идут приготовления с разрешения хозяйки, я немножко вам поснимаю. У нее тут целый музей. Целый музей. Такая красота. Конечно, у нее прям иконостас. Наталья Ивановна. Такие жемчужинки здесь. С историей. Это все вот осталось в наследство. Вот эта вся красота. А это Николушку, я тут отсвечиваю. Николушку дарили им с мужем, с Наташиным. К сожалению, его уже нет в этом мире. Жалко очень. Вот такую красоту еще между делом, пока у нас идут приготовления к празднику. Немножко вот вам поснимаю. Это просто уголок у нее, конечно, ценный. Ценнейший. Нет слов. Вот такая вот комнатка. Большая, прибольшая. Мы там готовимся. Девчонки готовятся. Кто-то отдыхает, кто-то поет, кто-то готовится. У нас сегодня девчачий коллектив. А вот и я. Тоже выбрала минутку. Немножко тут поснимаю. У нас тут все еще приготовление. Диванчик девчонки принесли. Столик еще тут вот мы готовим. Фужерчики. Именинницы не знаю, где бродят. Спряталась она там. Я здесь. Сейчас придет. Вот она. Что у тебя там? Самогоночка? Самогоночек, что ли? Вот у меня чего есть. Ой, тортик, не знаю, знакомый. Видишь, потек уже немножко. О, жара. Там банька. Все 33 удовольствия. Баня, бассейн,
Вот, вот что хошь делай. Да, Наталья Ивановна. Хошь ничего не делает. И наша красотка Натусик Ивановна. Вот что я тут нашла. Какой интерьерчик-то. Лапти. Не мой размерчик. Надо примерить. А что, ходили раньше в лаптях-то? Ну что мы тут? Гуляем. Вот тут у нее красота, у Натальи Ивановны. Вот такой дизайн. Такой дизайн красивый. Тут у нас вот цветочки жизни. Такие красотки. Сонечка и Мия. Две малышки. Кудряшки, причем такие подобрались, да? Заглянем в тепличку к Наталье Ивановне. Так, все у нее тут тоже хорошо. Помидорки, ой-ой-ой. Да они у нее еще не успели покраснеть, потому что поздненькие. Попозднее она сажала, но уже начинают. Вот, красота. Все есть. Огурец растет. Огурцов только не видно. В бассейне мы сейчас купались, заныривали. Такие дорожки. Гладиолусы. Туя, красота. Девчонки в бассейне. Ой, такие елочки. Ну чего, машем, красотки? Она не знает, куда. Ой, вот какие у нас тут красавицы две сидят. Ой, я бы к ним занырнула. У них тепленький бассейничек-то. Она у нас в день рождения в свой. Ща подремонтируют все. Занавесочки прикольные. Так, держ... а держать тебя кто-нибудь то будет? А, то есть только снимать, держать не надо. Вот она. Ну а что, интересно же. Если что, вместе пройти. Давай тут. Вот здесь у Натальи Ивановны в цоколе. Шикарные апартаменты. Красотень. Так здесь прохладненько. Учитывая, что сегодня жарко. Здесь прям красота. Уютненько все так. У нее здесь как в музее. Столько разных раритетов. Я хожу как не по дому, а как по музею. Я, конечно, была у нее уже, Наталья Ивановна, не один раз, но как-то вот, ну так все, набегами. А сегодня прям хожу как по музею. Чего только нет у нее. Вот что только нет. Картинка какая красивая. Что? Итак, у нас в меню сегодня... Рыбка жареная. Лосось. 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 Салат. Ну, мы не знаем, как он называется, но назовем его «Кузел в огороде». Пусть будет так. Неклюдова. Неклюдовский салат. Козел. А, это вообще козел просто чудо-салат. Это чудо-салат. Зеленый горошек, наверное, свежий огурец, да? Нет, нет, нет. Горошек. Два ингредиента. Горошек и зелень, да? Ой. И лук. Лук, я люблю такой. Все гениальное просто. Так, а это готовила ваша домохозяйка Алушка Николаевна. Алушка Николаевна. Это рулет из кабачка. Что, я перемешиваю. Ты озвучивай, ты меню озвучивай. Да, начинка. Ага. Начинка, забыла какая. Сыр, сыр, брынза и овощи, помидоры с перчиком. Так. Едем дальше. Прикрыли все. Мы же на улице, у нас тут гадкие птицы летают под названием мухи. Так, это у нас драники. Драники румяненькие. Ой. А смотри, как салат показывается. Его, смотри, как, что с ним делают дальше-то. Да, салатик сейчас. Далее. Иришка смешивает. Я держу, Леночка, у нас чисто дамский коллектив на данный момент. Так, а здесь у нас мяско под шубкой из овощей. Ой, слюнки потекли. И, конечно же, будет шашлык. Машлык. Да, вот наша, а вот наша именинница. О, красотка.
Девушка, вам сегодня 16, да? И даже вообще и забыла про то, что сколько мне вообще. 16, пускай. Все мое. Да. Все мое и мое. Неклюдовский козел в огороде. Неклюдовский козел в огороде. В общем, мы с девчонками уже есть хотим. Сейчас будем. А еще, конечно же, у нас пивасик. И т.д. А и т.п. А какие у нас арбузы, сладости, это все потом. Это хорошо. Здесь все нельзя выставлять, потому что все зашивется. Сладкий стол будет мухами. Вторым. Невозможно. Так. Вот такой у нас девчачий коллектив. Гости идут, здрасте. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Девчонки еще. Давайте. Здоровья, благополучия. И все, наилучшего, наикрасшего. Вот так хорошо мы сидим с девчонками, поздравляемся. Да, да. Ну, будь такой позитивный, благодарю вам. Ну, вообще, любим, уважаем. Любим, ценим, уважаем. Чтобы ваш бизнес процветал. Я начинаю с крыльца. Я поняла, о чем ты. Можешь не продолжать. Ташулька приехал к девчонкам. Да вы чё, как поздно? Чего? Сели за стол. Вот только сели. Сашуль у нас сегодня у мангала. Сашуля раскрашивает с Лизонькой. Ой, как хорошо тандыр смотрится со Солкой. Саша, и ты так хорошо смотришься на скамеечке. А где у тебя Лизавета-то? Переодеваться пошла, сейчас приду. Сашулька сегодня раскрашивает с Лизой. Ой, хорошо-то как сидим. Ой, красота. А вот Умка. Умка старенькая, глухая уже собачка. Да, Умочка? Да, красавица. Миско тут у нас. Жарится. Грудиночка. Сань, ты следишь за грудинкой-то? Нет. Наталья тут? Конечно. Нет, Наталья, Ольга чей ушла. Лиз, ну что дядя Саша с тобой рисует? Не рисует? Дядя Саша, это что такое? Она сказала, я устала. Ты что с дядей Сашей не рисуешь, Лиза? Я устала. Она устала. Лизавета устала. Девочки, улыбаемся. Всем привет, дорогие подписчики. Да. Сегодня день рождения у Натальи Ивановны. О. Я как лучший сотрудник года и тысячелетий. Поздравляю на моего любимого босса, моего директора. С днем рождения, счастья, здоровья и так далее и тому подобное. А вам тепла и домашнего уюта. Машенька, молодец, спасибо. Я с ней сплю уже который день. Ты на сладкое ты не ешь, торт ты мой не будешь, да? Наверное, только твой торт как раз. Да? Торт Родину продам. О, все слышали? За мой торт Родину продам. Я просто... Красотка ты моя. Шедевральное искусство. Вон какие тут у них сердца. Ну что, пошел 7-й час нашего пребывания за столом. Мы все сидим, все едим. Паримся, купаемся. Поздравляем нашу Натальку Ивановочку. Ну, как не вовремя телефон зазвонил. Ну что, у нас уже чаепитие. Чайная церемония. Наталья рулит, Владимировна. Вот, красота. Наталья Ивановна подруливает. Чай, кофе, потанцуем. Пиво, водка, полежим. Так что вот. Ну что, досиделись мы до того, что у нас даже свет вырубили. Мы вот доколбасились. Мы все сидим, сидим. Намяукались. Люб, может, мяукнем? Ну, видите, что происходит? Весело у нас уже тут. Просыпаются ночные кошки. Люб, а что насчет петуха? Просто показать подписчикам, на что вы способны. О, Ульянова 10, заходите к нам в гости. У нас тут таланты. Ну, в общем-то, сидим, Наталью Ивановну поздравляем. Сашулька светит нам. Наталья Владимировна, у вас там все хорошо. Да. Наталья Владимировна, все хорошо. Так, Алла Николаевна. Алла Николаевна тоже видно.
немножко щеку одну, которую сегодня наели на празднике. Ну, будем на этом наш влог заканчивать. Всех любим, ценим, уважаем. И ждем на нашем канале. Пока-пока.